Барнаульский дендрарий, который пользуется огромной популярностью у горожан, закрыли на целый год. Причина – вновь ураган. Половина редких деревьев вырвана с корнем, какие-то просто поломаны. Ходить по территории сейчас запрещено, да и пройти нет возможности. Поваленные деревья перегородили все прогулочные тропинки. Большую опасность представляют нависшие деревья, которые зацепились за ветки. По предварительным оценкам смотрим, что порядка 30-40%, может быть, даже до 50% крупных деревьев пострадали. Порядка 150, может быть, 170 кубометров веток вывезли. Очень много работы. Собственными силами нам, скорее всего, не справиться. Ну, кстати, общая площадь дендрария 10 гектаров, поэтому пока сложно оценить, насколько серьезный урон нанес ему ураган и сколько ресурсов потребуется для его восстановления. Открытым остается и вопрос, как изъять часть деревьев из водоемов. По словам руководителя, для устранения завалов требуются руки волонтеров. В прежнее состояние дендрарий сможет вернуться только через 25-30 лет.